Благоустройство улиц, ремонт дорог, выплата пособия на детей. На субботние прямые телефонные линии в горосполком поступили очередные звонки горожан. На вопросы жителей областного центра ответила заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета Зоя Кулеша. Одной из самых актуальных осенних коммунальных тем остается подача тепла в дома. Несколько звонков касались температуры в жилых помещениях. По мнению граждан, она недостаточно высокая. Стоит напомнить, что по санитарным нормам температура в жилой комнате должна быть не ниже 18 градусов. Ни одно из обращений не осталось без внимания. По всем вопросам даны разъяснения.